Всем привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Варвар Геймс. Меня зовут Виктор. Ну и сегодня, естественно, мы продолжим проходить Resident Evil 3 ремейк. Будет сегодня часть 3 прохождения. Мы остановились на том, что мы подключили станцию метро, убежали от вот этого товарища злостного Немезида. Я не знаю, убежали или нет, но я думаю, что да. Посмотрим. Ну, а что требуется тебя, зритель? Устраивайся поудобнее, как говорится. Смотри, конечно, годы контентик, наслаждайся. А в конце не забудь оставить комментарий, прожать лайк. Ну а те, кто еще не подписан, подписывайтесь и оставляйте колокольчик обязательно, чтобы не пропустить ни одного видео на данном канале. Ну что, приступим, друзья. Начнем, естественно. Так, начать игру. С какой-то галисмир. Нет, сюжет, все нормально. О, загрузить игру. И последнее, что у нас было, это 22-28. Вот так вот. Сейчас мы играем за Джилл Валентайн. Пойдем дальше. Я даже не помню, куда идти, если честно. Но я думаю, так, что будет интересненько. Сюжет мне нравится самой игры. Единственное, как бы, не совсем прям в идеале похоже с тем, что было раньше, которую мы играли на ПК, третью часть, да, либо играли там, к примеру, на PS-ке первой. Но все же какая-то, как бы, схожесть есть. Ой, ну шо? Ну шо, ё? А? Да, еще, естественно, я помню, что люди некоторые просили, братишка, меньше мата, я учел ваши слова, буду стараться себя сдерживать и никогда не стесняться писать такие комментарии, потому что это, как бы, для меня очень важно и для моего контента тем более. Так, хилок у нас нету, то бишь ни травы, ни спреев. Это очень плохо, буквально по одной простой причине, что нас могут убить. Дальше, пистолет какой-то один вот валяется у меня, и какой-то еще валялся пистолет. Бесконечность, бесконечность, понятно, это нафиг не надо нам. Клинок самурая, что за клинок самурая, мне вот очень любопытно. Но это вообще 15, это калибр 9 миллиметров. Короче, это выгружаем. Все, пускай так будет. Ладненько, поехали. Будем стараться недолгие видосики теперь делать. Короче, она очень сильно ранена. И это очень проблематично для нас, потому что все-таки Немезид где-то рядом стоит там, трется и может нас грохнуть. Опачки, стоим, да? Порох нам нужен. По первой же причине я все-таки погорячился, что сказал, что порох он ни к чему не нужен и все остальное. Патронов считает, что нет. Раз, два. Вижу два пороха. И все, что ли, больше нет никаких, да? Смотрим. Да, нету. Значит, мы сделаем все проще, объединяем, пошли на пистолет. У нас патронов нету. Быстренько раз так. Опачки. Все, супер. Обои мы запаслись. Поехали. Куда нам дальше? Вон. Ох ты, какой красавчик-то, а! Глядь, что он творит. Нет, друг. Нет. Ты меня не возьмешь. Ой-о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 й. Опачки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Так. Нет. Ой, нет. Ой, нет. Ой, попадос. Ой, что делать? Ой, помогите. Отвяль, противный, я тебя не люблю. Ты... Стань. Не пускать меня. Это что-то там взаимосвязано, ребят. Ой, это что ж такое? Ёшкин кот. Не, все, я труп, походу, ребят. Я реально же труп буду сейчас. Правильно, Немезид, бей их, бей, они плохие, бей их. Ух. Мама родная, я реально, блин, стрёмно, он еще и музыка такая, он по-любому за мной идет. Да, он идет. А внутри этого помещения. Куда мне идти, друзья? Я не помню вообще, если честно. Я иду, если честно, сейчас неизвестно. Мне... Ай, да чтоб тебя,
Все. Где? Если что, вы в данный момент ничего не видели, как бы все упало прахом, меня убили, как хотели. Так, карта, вот она. Так, понятненько, понятненько. Куда нам треба? Куда нам треба? Так, если мы поднимаемся, выходим сюда, сюда, и поднимаемся наверх, сюда, здесь какая-то аптечка, я смотрю. А это что? Что-то, короче, здесь важное, я так понимаю, или нет? Далее, если мы проходим сюда, это получается какой-то знак вопросика. Что это за царь? Не знаю. Угу. Вот так как-то. Аптека. Ру. Комната управления метро. Так. Ладно, сейчас немножко побыстренько поблуждаем. Потому что я, честное слово, ребят, просто предчестнейшее. Я не знаю, куда, что и зачем. Вот то, что он творит, это жесть. Хрень невероятнейшая. Просто невероятнейшая. Опа. Опа. Хорош, хорош. Опача, да что ж такое? Какой же ты прибучит, а? Боже, и даже не знаю, откуда от него деться, если честно. Даже вот... Так, 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 он сюда идет. Все, 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 надо валить, 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 валить. Так, я даже не знаю, как поступить, боже. Так, тут компания красавцев тусуется, я пока не залезть не хочу. Тут есть что-нибудь? Боже, нету, и я, походу, сейчас буду опять убит. Попроще будете, господа. Ух ты! А, стоп, я здесь был. Я здесь был. Нет, я здесь не был. Блин. Что же делать? Проход завален. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ты что? Немезит! Ты прекрати вот эти такие вот пакости делать, уважаемый! Я ох-ох-ох-ох! Это был просто красиво обманный маневр такой. Хопачки! Опа! Ох-ох-ох! Не, все, я не дойду. Фух, я ушел. О, братья и сестрицы, это было честно, это кажется, что легко. Нет, ребят, на самом деле это реально нелегко сейчас было уйти от него, потому что он реально чуть не убил. Ну реально чуть не убил. Ушли, так, ладно. Так, все иду, извините. Так, так, так. Итого. Что здесь? Вот здесь нам нужны самоцветы. Один есть. Далее. Ух ты. Ух ты. Какая интересная штуковина. Далее. А вот оно что получается. Открываются какие-то ячеечки. Там халявушка валяется. Не надо. Оп. Пальца. На дробовик тактическая ложа. Опа. Это нам сейчас нужно будет. Мы сейчас заапгрейдим дробовичочек-то, а? Это прекрасно, если честно. Так. Это что у нас здесь? На сумка для увеличения ячейки в инвентаре. Отлично. Места стало больше. Дышать почти стало легче. Типа того. Так, изучить.
Так, все, конечно, прекрасно, но вот теперь такой вот простой, так объединить. Есть контакт, все. Просто прелесть, все, дробовичок мы заапгрейдили. Сохранимся, потому что мы еле дышим, естественно, с нехилок, ни аптечки, ни травушки, мурабушки, которая показывается полезной для организма, как написал товарищ, нету. Исходя из всего этого, будем выживать как можем. Как прям можем. Хромая, идя, шатаясь, умирая, но мы дойдем. О, молодец. Теперь запрыгался. Еще ты не будем впечатлен. Я как красавица. Так, ага, вот он пришел, товарищ, который... Что там у нас? Город кишит этими тварями. А, так Николай получается, да? Ну, Николай, я помню, такой и был товарищ. Почему она здесь помогает запустить? Потому что ты белобрысый. Зачем тебе этот мертвый? Белобрысый. Она ненадежна. Не спустит курок, когда надо. Эй, остынь. Кстати, я тоже кофеечек попиваю. И вам советую. Чаечек, кофеечек. Напиточек, сачочек. Прости за это. Прости за это. Сейчас не все на взводе. Вот. Выиграю тебе время. Стой! Стой, чил! Нет! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ау! Не, знаешь, кто ты? Уёбок ты сраный. Говоришь, Старс? Вот это она сказала. Понеслась, понеслась, родная. Отдохни, браток. Ой-ой-ой, куда, куда? Я не понимаю, куда... Опа, все понял. Давай, быстрее, открывай, давай, этот люк долбанный. Должно сработать? Ты вообще стоял мне? Глупая. Боже, как же это все сложно, а? Дебил взрослый. Опа, а почему прощальный режим игры выбрали? Уёбок ты сраный. Говоришь, Старс? Будет тебе Старс. Старс. Боже. Ну этот спрей нам нужен. Он однозначно нужен, потому что в данной ситуации все очень-очень сложно. И с хп, если хп не принять, то будет все печально очень. Будет тебе Старс. Все отличненько. Я не знаю, задержало это его или нет, но, по крайней мере, попытались, попытались. Должно сработать. Быстрее, быстрее! Давай, открывай эту дверь, долбаную, решеточку сломай быстрее, девочка моя. Черт, лезь, лезь туда быстро! Фу. Мне неизвестно, ушел ли я от него или нет. Нет, не ушел. Опа. Ух ты. Нормальненько так. Нормально. А это вообще мы сейчас где находимся? В канализации? Как слышишь? Если мы находимся в канализации, то тут достаточно очень классная дверь бронированная. Нужно найти выход. О, супер.
Но то, что уже пришли патрончики в руки, это уже радует тем, что ну хотя бы хоть что-то есть. Красная трава мурава возьмем, естественно, пригодится. Так, четверочка, да, у нас дробовичок. Давайте его зарядим. Блин, ну шикарный такой дробовичок стал с виду. Сохраняемся, естественно, сохраняемся. Так, что у нас тут? В принципе, ничего. Опа, патроны для штурмовой винтовки. Ух ты, штурмовая винтовка. Тя-тя-тя. А ты откуда взяла зрелость моя? Ладненько, я достану ее. Я достану. Вместо чего ее поставить? Б. Вместо гранаты, да? А сюда поставим на Б. Во. Б граната. На троечку, на сэмочка. Ладненько, поиграем с сэмочкой. Нормально. Откуда она взялась, неизвестно, конечно. Вот по сию минуту мне прям задается этот вопрос в голове. О, вот, прелесть, патрон на нее, супер. Так, стоять. А, в данной ситуации там была комната, в нее как-то надо попасть. Вопрос как? И там лежит что-то. Что-то, что нужно мне. Ладно, пошли дальше, будем пытаться искать, где, чего и как. Это было. Демоны. Ай-яй-яй. Папа, так, стоять. Усиление охраны канализации. Контрольных зонах несколько раз видели неизвестного. Мы начинаем замену устаревших механических замков и вводим новые протоколы безопасности. Для разблокировки новых критических электронных замков необходимо раздать сотрудникам особой батареи. Держите личные батареи при себе во время перемещения по комплексу. Вот так вот. Вот, вот. А у меня батареи нету. Значит, что надо найти батарею? Ищем. Фу. Фу, какая гадость, а. Боже. Канализация. Даже себе представился этот момент. В поканашке. Да, красавица, прям ароматы ванили, я знаю. Еще хая. Знаете, что меня сейчас напрягает в данном случае? То, что здесь что-то будет такое, если хо-хох. Ты кто? Да ну нахер! Я пойду лучше сюда. Я не хочу туда. Несу не пускай. Значит, придется туда идти. Ай, боже мой. Меня всегда подписывают на какой-нибудь ГГ. Ух ты, иди того. Это что такое вообще? Б. А как рад кинуть? Стоп, видите, написано Б. Я нажимаю Б, а она не это. Стоять. Стоять, сказал. Выбрать. Е. Почему граната не работает? Алло.
ВБ. Я и то пробую. Алло. Ладно, давайте сделаем так, потому что это будет тяжело и долго. Выбрать. Выбираем нож. А это что за херня? Потушили мы тебя. Да, херня еще та. Ладно, продолжаем дорогу. Стремновато, конечно, но без этого никуда. Так, это пункт сохранения, отлично. Сейчас давайте посмотрим, что здесь имеется в данной ситуации. Взрывчатка Б. Прикольненько, а вопрос, что это за такое оно? Можно посмотреть? Изучить. Так, можно совместить со взрывчаткой А, чтобы создать зажигательные боеприпасы. Или совместить с другой взрывчаткой. А! Все, мне известно, что это. Я. О, е, бейби. Вы же понимаете, что это просто это. Вау. Так, журнал. Журналы лаборанта. 4 марта, так это. ГАМ впервые выпустили из резервуара. Двигается. Так, двигается вяло. Боевой потенциал низок. Пробовали новые гормоны и медикаменты. Один вариант дал положительный результат. Боевой потенциал заметно вырос. Особо особь научилась быстро передвигаться и заглатывать жертву целиком. Да ну на. Слышите, я что-то больше даже читать не хочу. Я уже понял, за что это происходит и за что это сейчас говорилось. Это говорилось за этого долбанного мутанта. Так. Нет, мы сначала погодите, зайдем. Где ящик? Вот он ящик, давайте скинем на него, как говорится. Так. Хранить. Гранатомет, значит, в таком случае даже не знаю, как поступить. Пистолет мы храним, патронный написать храним. Ножик. Как сделать, что поступить, как сделать? Нет, ножик мы оставим. Гранаты хранить. Хранить. Пистолет все-таки, наверное, возьмем обратно. Достать. И последние пистолетные патроны тоже достать. Все. Все супер, все красиво. Все печально, не это. Не бывает. Так, давайте оружие все вместе послажим. На однерочку, да, вот здесь должно быть. Нет, стоп, какая однерочка? Вот это будет выединить. Так, выбрать доступ на единичку. Вот так вот, все, ножик надо все-таки выложить. Ножик нам не нужен. Все. По красоте. Сохранимся. Так, ладно, в принципе, момент непонятен. Блин, ну прикольно. Прикольно, что вам сказать. Граник лишним не будет. Тем более, валить таких товарищей. Так, ладно, мы пошли в этот уголь. Значит, тут нифига, тут сейчас комната для сохранения. Идем далее. Боже, куча мусора. Опа. Угу. Ого-го, патронов тут немало, надо в него садить. Ну, ты умер? Да. Ну, я потратил почти 2 бойки в него, да? Если не ошибаюсь. Нормально так, слышите, они кушают боеприпасы. Ну, гранатомет для них предназначен, в принципе, неплохо, но одно, ну, опа-на, здравствуйте, здравствуйте, красивый вы.
Да, патроны, конечно, на эмке уходят быстро. Даже скажу, более чем. Отлично. Отлично. Зажигателем боеприпасы. Лишними, естественно, они нам не будут. Есть. Дальше. Опа. Мы забрели в какую-то комнату. Как лаборатория, что ли, типа того. Ну, посмотрим, сейчас обследуем, что, ну и как. Вот она, батарея. Батарея нам очень сильно нужна, без нее нам никуда. Там двое дверей у нас было, и в каждую из них надо попасть. Опа, высококачественный порох какой-то. Ладненько. Любовное письмо. Так, уже 3 месяца мы с вами здесь скрываемся. Постоянно вспоминаю, как вы вылупились. От ваших голосков мое родительское сердце так сладко сжималось. Ваше очаровательное тело, тельце, которое скрывали невероятную разрушительную мощь. И, конечно, ваш вечный неутолимый голод. Вы истинный апогей серии «Охотник». Но нет, вам приказали уничтожить. Вас приказали, вот, блин, извиняюсь, соглашаюсь. Подумать только, из-за нескольких мелких уязвимостей они решили, что оружие из вас не получится. Угу. Кто-то из этих получится какие-то монстры, которые должны будут очень легко подчиняться, так выразимся, огню. Поэтому зажигательные снаряды нам пригодятся, тратить попросту нельзя. Все, есть контакт, теперь нам надо быстренько вот все объединить, конечно. Так, и теперь два патрона, так, объединить с вот этим порохом. Надо добавить патроны, отлично. Все, пообъединил, место подосвободил, прекрасно. Ага. Теперь нам надо идти назад к тем дверям, где, естественно, у нас нужна батарея. Ну и будем пробиваться, потому что я чувствую, сейчас обратный путь будет непростой. Это 100% он будет непростой. Сейчас какая-нибудь тварь да появится. Ты смотри, здравствуй, родной. Ух. Просто они так вылазят неожиданно. В этот раз я, конечно, не испугался. Ну, стрёмно было. Здравствуйте. Добрый вечер, господа. Получайте пулю из дробовика. Да-да. Открывай пасть. Пасть открывай, говорю. А ну рот закрой, воняет. Соблюдай дистанцию, Джин. Ух. Понял. Дистанцию соблюдай, жил. Понял, рядом. Понял. Чего? Вот такие вот дела. Оп-оп. А я чуть не понял, что это как понимать? Опля. Рот свой открывайте. Мы будем ваши зубки проверять. Все понятно, у вас кариес был. Проверили. Монстр был убит на повал. Все, отлично. Вот, теперь батарею нужно забрать. Вот и все. Оказывается, все элементарно просто, Ватсон.
Так, все красиво забрали. Теперь нам нужно вообще по-хорошему кто... Опа, стоп. Стоп, стоп, Рина, стоп, погодите. Ага, все правильно, да. Я это когда изначально пошел сюда? Сюда или что это? Я что-то... Погодите. Алло. Юстон, я походу... Походу. Вот оно как, Петрович. Все, я тебя раскусил. Опа, дверь открыли, пошли. Асфалка. Карлос, ты меня слышишь? Так. Джилл, слава богу. Это еще не все. Я в норме. Оторвалась от него. Нет, отлично. Стойте, Бедро, стойте. Это еще не все. Это еще не все. Погодите. Там еще были двери, которые надо обследовать. Я туда, я ж не могу просто так уйти. Это неинтересно. Есть контакт, полная обойма. Аккумулятор нам надо снять, потому что там на той двери нужен был тоже аккум. Идем выше. Поднялись, все правильно, да. Вот теперь туда, вот тут как раз дверь, вот она. А почему-то не показывала еще дверь снизу какую-то, если я не ошибаюсь. А, стоп, а эти, где что? Короче, в попе. Вот, это та дверь, пока, да, все нормально, все пойдем. Все, Витя, ты прав, все хорошо. Так, ставим аккумулятор. И, естественно, заходим в комнату. Шаримся. О, кстати, ага, вот что мы видели. Это еще одна сумка для увеличения слотов. Отлично. Далее, опять же, порох взрывчатка для создания. Так, порох обычный. Порох собираем, потому что сейчас без него, я чувствую, ну, нам никак не обойтись. Забираем аккум. Комнату обшарили. Все, выдвигаемся на поверхность. А вот вопрос такой, вот мне интересно, объединить с вот этим нельзя, да? Все, ладно. Все, идем, как говорится, в нужном маршруте, поднимаемся на поверхность, и, исходя из этой всей логики, ну, двигаемся на метро, а там уже как получится. Да ладно, дверь закрыта. Не стучите, никто все равно не откроет. Так. Блин, ну мои догадки, сейчас если поднимусь на поверхность, мне кажется, что этот, как говорится, долбанный, так выразимся, немезит меня сейчас будет встречать. Просто так. Вот он, сука. Все оружие. Да хера вся эта штуковина. Едите-то вот и заново закрылись, отлично. Он пользуется оружием? Да нет. Это тебе показалось случайно. Так, все, здесь сохранка. Так, есть контакт. Есть контакт. Быстренько объединить две защиты, что это будет? Так, взрывающийся боеприпас. Люблю, баба. Сохраняемся. Сохраняемся. И, говорится, быстренько двигаемся дальше, потому что нам надо продвинуться к метро.
Вот это я раз, вот это я понимаю, стрелок от бога я. Спать всем. Баиньки. Труп. Я сказал труп. Не рычи. Не рычи на меня, сказал. Ой, боже мой, как хорошо, да? Так, когда проблема, патроны кончились, а на автоматик берем дробовичок. Что? Алло, уважаемый, проспей, сиди. Орешь тут. Боже, а куда мне деться? Нужно выбираться отсюда. Ёк-макарёк, вот это что пандос, получается, он поджёг здание, что ли? Отлично. Супер. Двигаемся дальше. Пойдем по лестнице. Погоди, там ничего нет, да? Бегом. Ой, да еще, да, ну конечно, привет, красавчик, я тебя люблю, ага. Так, бегим, не останавливаемся. Этот парень не остановится ни перед чем, пока ведь меня не грохнет. Почему-то он реально... Ух ты, какой красивый, а, симпатяга, мальчик. Офигеть, вот это, конечно, попандос, что мне не нравится. Хотел по-нерусски сказать на французском своем, но воздержался. Боже, пламя все выше и выше, блин. Быстрее, гори, у тебя пятки дымят, сейчас дымятся уже. Фак. Беги быстрее, давай, залазь. По-хорошему, есть такое пламя, если такое пламя и плюс железные леса, оно должно было уже обжечься. Потому что температура набирается в любом случае и шпариться легко можно, правильно, если на то пошло, ребят? Ну, я так рассуждаю. В любом случае, металл, опа, стоять, ребят, погодите секунду, надо почитать документы. Уведомление о задержке сноса. Так, ага, график генератора кэша прижатия хранения. Так, ладно, потом. Все потом, я так понимаю, что-то было важно написано, но не хочу, как говорится, тянуть и коротить все. Полезли. Офигеть. Это реально здание строили не под... Непонятно для чего. Вот он, красавец, нарисовался. То бишь, сейчас надо его как-то победить. Ладно, сам напросился. Так, патроны тут есть. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, мой дружище. Надо тебя вообще смотреть подальше, потому что ты плохой мальчик, очень плохой. И что-то здесь нужно сделать во время этого движения. Нормально. Ах ты. Воу-воу-воу, дружище. Не, ну давай-ка мы тебя подстрелим по-нормальному. Не, все-таки, да ты шо, врешь или нет, а? Есть контакт. Стоурс, только ему уж такой вызов. Офигеть. Ой, дружище, отгань. Что?
Какой уклон? Оно сидеть на колени. О, бабахать сильно. Слышите, но что-то мое подозрение, это так, чисто первая стычка с Немезидом, это еще не показатель, что я его убил. Это однозначно, это же еще та тварь, которая убить нелегко. Боже, что происходит? Бата! Здравствуйте, презрение мягкое. Капец. Ну, скажу так. Достаточно интересный сюжет. Достаточно интересно. Если до конца вникать и особенно проходить на хардкоре, это действительно главное, чтобы патроны были. И легко, легко реально можно сделать. Но это пока вместо сейчас. Я же на хардкор. Достаточно интересная будет тоже тема. Возможно, возможно, я попытаюсь вам помочь пройти, ну, тоже пройти, но это ну, не сегодня, не завтра. Постараемся к ним там, в ближайшее время. Так, ладненько. Карлос, это Джилл. Как слышно? Слышно прекрасно. Хорошо. Ты в порядке? Да, конечно. Ублюдок мертв. О, заебись. Делай себя. Прекрасно. Тебя могли убить. Ой, не начинай. Так было надо. Так надо было. Понимаю. Ну и все. И... спасибо. Поезд готов. Поторапливайся. Ага. Меньше трендежа, господа. Давайте двигаться вперед. Так, что-то здесь мне не нравится. Ага, пожарная машина. Что с пожарной машиной сейчас будем делать? Понял. Система хитрая. Обмануть легко, говорится, всех. Угу. То есть. Да, они отсвечиваются, слушай, в тумане, капец, странно как-то. Эй, чувак, ты скончался? Так, ну метро получается вот оно. Вот оно, по-моему, да? Ну, по-моему, это не все. Это еще не все. Тут по-любому где-то что-то есть еще, ребят. Я не пойму, что с ними. О, ганшоп. Вот это мне надо. Вот что мне надо, ребят. Магазин оружия. Здесь однозначно, да, как я и сказал, хотел сказать, что есть множество всяких боеприпасов и всего остального. Так. Так, что у нас? Да. Так, давайте сейчас быстренько глянем. Ага, это уже объединено. Порох один. Травушка-муравушка. Давайте их сделаем по... два, как говорится, с ручками вместе. Пускай вот так вот будет. Во. Есть контакт. Далее. Что здесь у нас? Опа. Ух ты, какая штучка-то. У меня еще есть. Ух ты, хо-хо-хо. Дробовичок сейчас забрейдим. Так, объединить с вот этой штукой. Ого. Получается, это как бы полуавтоматический дробовик, значит. Интересненько, мне нравится. Порох на пистолетные патроны. Ты, ты, твой юный дед, ты чё? Ты в порядке? Пиздец, в каком порядке? Прости, нервы. А вы это яичный выпекались, да? Все путем. Слушай, мы эвакуируем людей на метро. Ты с нами? Чебил старый, так не бухай, мне сердце так выскочит когда-нибудь. Хороший вариант. Как выберемся, нужна будет помощь. Твои навыки пригодятся. Что не так? Ничего, просто у меня остались дела. Ага, он куда-то посмотрел, да. И там, походу, кто-то из тех, ты, кто... Не волнуйся за меня, я что-нибудь... Ему вашим. Хорошо. Уж надеюсь. Ты оружейник от Бога? Да нет. Не натвори глупостей. А ну, для этого же есть ты. Удачи, Джилл. Так. Включи от ворот Кента. Стоять, сейчас погодить. Вот что хотел сказать, но я ему не дал это сделать. Так, патроны вот эти нужны нам. Так, дальше порох объединим. Потому что опять же мест нету. Иди через служебный переулок у магазина. Ключ висит на стене. Так. Ну что там мутит, короче, этот дед.
Ну, мы, говорится, не будем сейчас добиваться правды. В принципе, у нас всего хватает. Все супер, друзья. Можем даже, если сейчас я выложу сразу аптечки некоторые, вот одну. И еще одну, наверное, выложу, пока не хватит. Так, сохраняемся. Все, есть контакт. Ну что, друзья, в принципе, игра достаточно интересная. Ну давайте на этом этапе завершим, как говорится. Всем, кому было интересно, не забывайте, как говорится, прожимать лайкосик, оставлять комментарий. Ну а те, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на канал, соответственно, колокольчик. Извините, может быть, я не до конца умею выражать эмоционально вещи в игре, но на будущее будем всему учиться, ребят, как говорится, чтобы вам предоставить еще более годный и хардкорный контентик. Ну а я с вами был я, Виктор, а точнее Варвар Геймс, был рад с вами видеться и, говорится, увидимся в новом видео.